17 человек спасли огнеборцы во время пожара в Караганде. Пожар возник на четвертом этаже 9-этажного жилого дома на улице Ермекова. Горели домашние вещи и мусор на общей площади 8 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей 17 человек были безопасно выведены из дома, в том числе 7 детей. Людей выводили при помощи спасательных колпаков. А сегодня в многоэтажном доме по проспекту Республики произошел пожар на 8 этаже. 20 сентября в 10 часов 35 минут поступило сообщение о горении квартиры на 8 этаже по адресу проспекта Республики, дом 32. К месту направлены силы в количестве 8 единиц техники, 32 человека личного состава. По прибытию обнаружено горение квартиры на 8 этаже на площади 9 метров квадратных. Пожар ликвидирован в 11:03 минуты.